Вчера я ходила на третье свидание с мальчиком с Тиндера, и он что-то там говорил про спортзал, и я так потрогала его за бочка, и все, ничего не сказав. И что вы думаете? Он вдруг тоже трогает меня за бочка и говорит, типа, ну у тебя же тоже есть, типа, жирок. Я говорю, что? У меня жирок, я совершенно, я идеальна, у меня самая прекрасная фигура, ты вообще посмотри, как ты можешь такое говорить? Бедный мальчик, он так не ожидал такое услышать, и такой говорит, вообще-то да, ты, конечно, ты идеальна, у тебя что, красивая фигура, не знаю, почему я такое сказал. А потому что не надо такое говорить. Тебе уже скажут, что надо говорить, что надо думать и куда заносить бабло. Уже все решено, чувак. На самом деле, просто не надо связываться. Просто не надо туда лезть. Вот в эти вот отношения. Ничего хорошего там не будет. Там сейчас настолько чувство собственной важности, исключительности, идеальности, вот этой вот там уникальности, оно развито, ну, через сайты знакомств, потому что там любая зарегистрируется и тут же мгновенно получит 500 сообщений и сразу же будет думать, я богиня, ну, по-любому, Афродита из пены морской выбравшаяся, да? И, конечно же, она идеальна, и, конечно же, ты пойди там на хромой лошади не подъедь, ты там вот минимум на Бентли уже. Сразу с айфоном и огромным таким букетом цветов. И тут айфоны торчат разные. Выбери или забери все остальные в ломбард, один себе. Ну, в реальной жизни так не бывает. И поэтому все вот такие злые и ходят к инфо-цыганкам на прием, чтобы вот их научили. Где же найти этого самого богатого-то? А его все нет и нет. Вот так вот берегите себя и будьте счастливы.